В рамках проведения агитационной массовой работы среди населения и обучения мерам пожарной безопасности мы регулярно, согласно утвержденного графика, проводим рейды по жилому сектору Советского района, объясняем гражданам, какие надо меры пожарной безопасности соблюдать в частном жилье, в индивидуальных домах, в многоквартирных домах, чтобы граждане помнили и знали о том, что пожар легче предупредить, чем расхлебывать его последствия. Тем более сейчас, как вы видите, на территории Волгоградской области создалась очень теплая погода. Достаточно одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. Убираем траву, убираем сухие деревья, сушняк. Все это складываем в мешочки и выкидываем мусорные ящики, в мусорные машины. Ничего стараемся не жечь. Все люди у нас оповещены. И все выполняют правила пожарной безопасности.